Сейчас. Короче, я подумал, почему бы не вести фотовлог. Это, ну, многие спрашивали, как я делаю фото. Показывать, как я их делаю. И, короче, в Китае купил такую вот интересную штуку. Это вот это. Даже не знаю, что здесь написано. И это призма на самом деле. Это просто призма и... Короче, довольно-таки классные засветы можно делать с помощью этой штуки. И сейчас я покажу, как. О нет, деньги посыпались. Когда, слышишь? Вон он разминается, потому что буду фоткать его. Давай. Будут тяжелые фотографии. Сейчас мы попробуем на нее Лешку пофоткать. На самом деле на Алиэкспрессе она стоит где-то $6. Вот с такой блатной коробочкой, конечно, в которую можно завернуть еще что-нибудь, не знаю, по размеру. И, ну, с GoPro-шкой никакого смысла нету на самом деле. Ну как, есть, конечно, вот такой прикольный эффект, да? Даже в торец, потому что здесь очень широкий угол. А вот зеркалкой на объектив 50 мм можно получить прикольные фотки. Сейчас попробуем. У меня здесь на самом деле Sigma 30 мм 1.4. Фишка в том, чтобы ставить вот эту вот хреновину. О, смотри, радуга, слышишь? Видишь, вон? Прямо вот так вот торцом, причем здесь один торец, он немножечко больше, вот этот вот. Примерно под 45 градусов к объективу. При том, что у меня здесь стоит еще защитное стекло, оно немного мешает, но и хер с ним. Как ты хочешь? Ой, дурень. Ну, подними. Силой. Круто, когда она немножко заляпана, поэтому получается... Вот она уже заляпана. И получается немножко тогда такой, не знаю, более размытый, что ли, эффект. Сейчас вот будет очень круто, если ты... Да. Вот так вот. Oh.